Законы России со своими коллизиями и пробелами благословили правоохранительные органы на произвол. Меня зовут Виталий Буркин, и в этом видео мы поговорим о том, как происходят нелегальные обыски. С каким беспределом могут столкнуться бизнесы? В последние годы стало абсолютной нормой нападение оперативников на офисы фирм, порой при поддержке ОМОНа, с физической силой, унижением человеческого достоинства. Все это именуется оперативно-розыскным мероприятием под названием «обследование помещений, зданий и сооружений». Что самое страшное, это мероприятие возможно даже без серьезных обоснований. Достаточно просто некой оперативной информации. Как такое вообще стало возможно, если Конституция и специальный закон, а это Уголовно-процессуальный кодекс, это запрещают? Есть такой федеральный закон об оперативно-розыскной деятельности, которая нацелена на пресечение выявления преступлений путем проведения мероприятий. Они, как правило, негласного характера, это наблюдение, прослушивание телефонных переговоров, легендированные опросы, осмотры, контролируемые поставки и так далее. Их устраивают таким образом, чтобы никто не заметил истинную цель. Потом вся эта оперативная информация передается следователю, и эти следователи уже используют эту информацию для сбора доказательств. Есть в федеральном законе об оперативно-розыскной деятельности такое мероприятие, как осмотр зданий и помещений. Его идея в негласном легендированном осмотре, чтобы получить какую-то информацию. Например, приходят куда-то под видом коммунальных служб и фиксируют что-то, то, что надо. Ни о каком принудительном изъятии там вещей, ценностей речь там не может. Но в этом же законе говорится, что такое мероприятие можно проводить и гласно. То есть можно якобы изымать определенные документы. Понятно, что эти нормы закона не разрешают совершать действия, подменяющие обыск или выемку с их процедурами, когда возможно обжаловать. Иначе зачем был бы нужен Уголовно-процессуальный кодекс? Все делалось бы в рамках закона об ОРД, вероломно, безбашенно, на основе непроверяемой оперативной информации. Понятно, что есть исключения, когда промедление угрожает жизни и здоровью населения. В общем, закон рассчитан на сознательных товарищей, но где наши современные органы и сознательность? Как можно оправдать такие действия в отношении бизнеса, когда безосновательно, лишь при наличии какой-то оперативной информации, выносят офисы, укладывая людей лицом в пол? Это не что иное, как должностное преступление. В последнее время все это повсеместно применяется в отношении бизнеса, когда имеются подозрения, как правило, в налоговых правонарушениях. Об этом расскажу в следующий раз подробнее. А пока считаю, что надо срочно менять закон и вводить понятное регулирование, соответствующее нынешнему уровню исполнителей.